Здравствуйте, сегодня мы играем в GTA San Andreas, только в оригинальную версию. Не то, что играют другие версии, а в оригинал. Некоторые спрашивают, как выполнить миссию Фредди. Вот сейчас мы ему объясним. Для начала мы поедем в ментовку за одним черным шипзиком. Я новичок, играю не очень хорошо. Я раньше играл, только не в оригинальную, а в такую простую. Ой, не в оригинальную, такую, с читами, с прыжками. У меня есть одно видео тоже в Ютубе. И можете посмотреть, там мотоцикл у меня хороший. Но вот здесь вот что-то подкосячили с игрой. Сейчас мы объедем по Бурикову. Я знаю короткий путь. Так. Извините за маты, конечно. У меня просто срывается. Но я играю с читами. Все, приехали. Сейчас я... Видео мы не будем смотреть, мы пропустим. Все. Теперь к самому Фредди. Сейчас мы увидим, как мы будем выполнять миссию Фредди. Надо, конечно, вписать чит-код на много жизик и оружие. А, ну, жизик у нас и так много. И вон какие там пушки увлекательные. Так, сейчас мы к Фредди по-быленькому поедем. Ну, у нас мало патронов, наверное, не хватит. Но нам презент дают. Сейчас так будет быстрее. Извините, то, что вам так скучно. Сейчас мы быстренько отойдем. Вот тут, кстати, заметьте, мы сейчас на базе Фредди, где он будет и останавливаться. Я уже эту миссию проходил. И очень быстро. Главное ехать. Просто ехать за ним. Не убивать. Пусть этот черт стреляет по нем, но вы не стреляйте. Берегите патроны. А потом, когда вы приедете, там их будет 4 человека. И надо будет их убить. А у вас бац и патроны закончатся. А пихарем вы их не друбите. Ну вот, сейчас мы с этим негром идем. Ну иди, дебил. Ну я оделся так, я новичок. Все, поехали. Смотрите, кому лень ехать, могут сразу его отсюда снять, если ему не хочется поиграть. Ну ладно, сейчас главное ехать осторожно и чаще всего врезаться. Хоть медленно, хоть быстро, но врезаться не очень. Потому что вы так от него отстаете, и он может свернуть в другую какую-то сторону. Но я просто давно не играл. Я не знаю, я могу вообще подкосячить конкретненько. А! Вот этот поворот меня бесит, хотя некоторым нравятся такие трамплинты. Но мне он не очень. Сейчас я уже знаю, куда он поедет наверх. Вот здесь. Вот. Говорю ж. У меня все время так косячит, хотя я знаю то, что он сюда поедет. А, да, нам дали презент патроны. Уже было 14, стало вон сколько уже. Ого! О, я думал, это он подлетел. О, тут я тоже знаю, как он поедет. А, не в ту сторону завернул. Ища чок. Сейчас мы его догоним, грохнем. Срочно это надо. Черепаху мы подхватили, а не мопед. А-а-а-а-а-а! Сейчас у меня тут стоят два оператора, которые советуют, что мне делать. Хотя я играю. Ты нормально, мышка, не делаешь. А-а-а! Наборонила, проворонила, блин. Накаркала ему взяла. Быстрее, быстрее. Он сейчас от нас кроется. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстрее, 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 быстрее. Гоу, гоу, гоу. Тебе дал! Вон он! Вон он, видно его! Вот так! Куда он отлетел? Садись, дебил! Шакал! Куда? Давай! Ушлепок! Ну догоняй! Нормально, выражайся! Давай продолжай! Мочи! А ты сможешь потом это оживить? Что же? В одно целое. Нет. Есть, не упали. Уже что-то.
Я уже его на дорогу, конечно, наизусть знаю. Поедем не по сплошной, потому что могу врезаться конкретно. Вот, наверх. Давай, 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 давай. А, о, все, мы, можно сказать, переехали. Еще совсем капельку. Поехали, где он? А, нет, еще не дол- еще долго ехать. Ой, заборы ненавижу. Каждый, кто проходил эту миссию, тот знает, что заборы не ломаются. И он, этот скотина, все время вели кидает. Сейчас мы быстренько его догоним. Извините, если я буду употреблять маты. Вот. Сейчас он будет косить. Ай-яй-яй-яй, вперед, вперед. Есть. А, опс, не туда. Ну, слази. О, вот сейчас мы приехали. Сейчас, вот они. Вон его банкетирует. Стоят. Как я вам говорил, 4 человека. Сейчас мы подойдем за автобус. Всех перебьем. А его в особенности хедшотиком. А нет, не получается у нас хедшотиком. Есть! Все, мы выполнили миссию. Поздравляю. Только мы сейчас не до конца ее выполнили. Надо еще доехать до дома этого ОГЭ. Ладно, все, всем до свидания. Вы уже поняли, как проходить эту миссию. До свидания.